Необычная ситуация сложилась в деревне Палкино, что по Тверью. Местные жители просят Калининский район электрических сетей принять на баланс их собственную трансформаторную подстанцию. Люди выражают обеспокоенность тем, что процесс, по их мнению, затягивается. Между тем, зима-то не за горами. Этот трансформатор появился на улице Радужной еще 10 лет назад. Обитатели окрестных домов купили и установили его за свой счет. Пару лет назад они решили передать подстанцию на баланс организации Калининский район электрических сетей, для чего написали соответствующее заявление. Через 2 недели из РЭСа приехала бригада, которая обследовала данную сеть. То есть мы им открыли трансформаторную подстанцию, они там посмотрели, все проверили, прошли по всей линии 0,4 киловатта, сказали, что все, мы зафиксировали, ждите ответа. Через неделю мы звонили уже начальнику Калининских РЭС, на что получили ответ. Да, мы обследовали, документы переданы в Москву, на этом все закончилось. То есть больше нам ни ответа, ни привета. Звонили еще раз несколько. Нам сказали, что ждите. В Москве решают вопрос с передачей вашей трансформаторной подстанции. Ждут решения своего вопроса люди уже больше 2 лет. Все это время они недоумевают. Ведь никто не просит у энергетиков денег. Наоборот. Речь идет о безвозмездной передаче трансформатора, а также ведущих к нему сетей. К слову говоря, вот эти бетонные столбы и самонесущий изолированный провод жители тоже приобрели за свой счет. Однако ВОЗ и ныне там. Тем временем в Калининском РЭСе отмечают, что они не отказываются от решения этой проблемы. Компания «Россетьцентр» ведет активную работу по консолидации электросетевого имущества. Мы всегда рассматриваем все соответствующие запросы и готовы в дальнейшем взаимодействовать с регионом по данному направлению. Однако для принятия сетевой компании решения прием на баланс энергообъектов необходимо сначала провести предварительный технический и юридический анализ сделки для минимизации всех возможных рисков. Между тем, зима не за горами, и люди очень хотят, чтобы им не пришлось, как в той пословице, обещанного ждать 3 года. Они просто желают передать трансформатор в руки надежной организации, которая будет профессиональной и в срок проводить все необходимое обслуживание.